Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракесси. Итак, давайте поиграем в контейнеры. Пооткрываем контейнеры новые, которые появились. У меня 100 таких контейнеров. И сегодня мы будем их открывать. Так, по 10 штук сразу будем открывать. Зачем я это делаю? Ну, чтобы посмотреть, вообще смысл есть в этих контейнерах. Выгодные они, невыгодные. И, в общем, будем надеяться, что все будет прикольно. Так, вот что мне выпало. Это, наверное, элементы коллекции. День према. Резервы, да, на свободный опыт 300%, кстати. 500 тысяч серебра. 3000 свободного опыта. Бланк переподготовки. 15 больших ремок. Концентрация на цели, продувка воздуховодов, танков нету, я так понимаю. Сколько стоит все это дело? То есть за 10 штук 4000 золота получается, потому что 5 контейнеров это 2000 золота. То есть я сейчас 4000 золота потратим. Давайте продолжать. Надо побыстрее это делать. Все-таки время видео ограничено, чтобы не занимать ваше время в большом количестве. Так, день према, 50 тысяч серебра. Резервы на опыт, резервы на серебро. На комбинированный опыт. Учебная брошюра, 200 тысяч серебра. Бланк переподготовки. Опять-таки танка я не вижу. Осталось 80 штук еще. Хотя техника тут может выпасть. Так, ну 30 коробок уже открыл. Ни одного прям танка пока что мне не падает. Зато падает очень много разного лута. День приема. И очень, конечно же, ну, жалко, что нету золота в содержимом, то что танковый премиум аккаунт, валюты. Хотя валюты, а нет, тут валюты, это кредиты и свободный опыт, обслуживание, ускорение развития, экипаж, награды события, танки есть. Да нет, по-моему, золота нету. Ну, 40 коробок. И выпадает наконец-то прям танк. Очень много всякой мишуры падает. Прям действительно. То есть не припомню, чтобы раньше такого было в коробках каких-либо, даже там Хэллоуин. 8 дней према. Прем, который мне не нужен. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Так, давайте поиграем на сайте Worldhub. Попробуем выиграть премтанк сегодня. Надеюсь, конечно, это у меня получится. Так, су 100. Y падает. Вот такая ПТСАУ, скажем так, мягко скажем. На любителя. Ну, я рад, в принципе, любой потасау премиумный. Особенно MX CDI 105. Ну, очень роскошный приз получается. Опять все 100 Y падает, но уж третья ПТСАУ премиумная. Я думаю, хватит на сегодня. И вот вам, друзья, промокод. Можете активировать его. Это даст вам дополнительное золото на сайте. Ссылка на сайт в описании. Но он всегда падает во всех коробках.
в большом количестве. Так, 100 тысяч серебра. Напомню вам, что если вы выбиваете дубликат, то есть прям танк, который у вас есть, вот, насколько я знаю, дают компенсацию не 100% в золоте, а 50% в золоте. Странное решение на самом деле. Ну и на золото как бы не очень похоже, даже на контейнеры рассчитаны. В основном именно вот падает много резервов, много всего по чуть-чуть. Это большие ремки, падают ящики, колы, искусство сбивать пламя. То есть что-то из этого, конечно, может пригодиться. Ну вот, я уже открыл, сколько уже, 60, да? 70 открыл контейнеров. И мне один танк всего выпал. И очень много всего. Ну, в конце подведем итог. Ну, хотя все подсчитать это я не смогу. Каждую там аптечку, ремку, свободный опыт и тому подобное буду смотреть именно по серебру. Кстати, очень много учебных руководств падает, что может быть полезно для прокачки экипажа. Так, 20... Что такое? 22 дня према мне выпало, что ли? 200 тысяч серебра, 9 тысяч свободного опыта, 15 аптечек, 15 ремок, 15 ящиков колы, 250 тысяч серебра. И, похоже, последние контейнеры. Что, всего один прям танк выпал? Вот это, конечно, я не ожидал. Все, контейнеры закончились. Серебра у меня было 7 910 000, а стало, так, я еще проверяю, да, точно 7 миллионов. Где-то у меня было, стало 10 миллионов, по идее, если не ошибаюсь. Свободного опыта было 391 тысяч, стало 436 тысяч. Золото было 2591, стало 3091 бона. Тут их не дают. Коллекции, давайте посмотрим. Заполнилось ли оно на 100%? Да, заполнилось. В итоге я еще получил вот эти все награды. Ну вот такой вот итог, друзья. Получается, всего один танк я выиграл. Насчет того, что вот это все стоило мне, ну, где-то 40 тысяч золота. Ну, вот если вот покупать столько же контейнеров. 20 умножить на 5. Вот, да, получается 40 тысяч золота. Сумма не маленькая, это можно почти 4 прям танка купить себе. Ну, мелочевки, конечно, выпало очень много всего вот там. Но того, что мне не супер, конечно, нужно, вот премиум аккаунт, у меня, сами видите, уже 1142 дня премиум аккаунта выпало. Естественно, смысла в этом никакого для меня. Ну, один прям танк выпал, и то такой вот. Очень много, конечно, выпало того, что тут сложно посчитать, всяких ремок, аптечек, резервов, учебных там, вот этих всяких руководств и многого другого. Стоило ли оно того? Я предоставляю вам возможность написать в комментариях свое мнение,
Лично мне кажется, что это очень своеобразная какая-то вещь получилась. Либо мне не повезло, либо еще что-то, либо я чего-то не понял. Но получается, что довольно-таки как-то это все странненько получается. То есть не такой большой лут, как я ожидал. Но, может быть, если все вот приплюсовать, все мелочи, то там, может быть, и настолько и получится, я не знаю. Но как-то раньше голды падало больше. Сейчас вообще голды, кот наплакал. Немножечко серебра капнуло, немножечко свободки, према упало просто огромное количество. То есть, если у вас нету премиум аккаунта, нету резервов, то есть, если на каком-то начинающем аккаунте, может быть, это даже и прикольно может быть. В общем, спасибо, что смотрели. Давайте, соответственно, прощаться. Удачи вам. Решайте сами, нужно вам это или нет.